гречка, соус, филе цыпленка, ватрушка с картошкой, ватрушка со сметаной, салатик овощной, сухариками, ну и морсик, чтобы запить все эти дела. Всем привет, друзья. Приступим, наверное, с филешечки из цыпленка. Помазал. Сырной закуской остатки. Всегда голодный после разгрузочного дня. Сегодня, кстати, стрим. Алкострим. Приходите. Пивка попьем. Как же это вкусно. Ничего вкуснее не ел. В жизни не ел. Гречка получилась просто супер.
поподробнее. Филе из этого, с горбуши, не было в кулинарии. Много. Мне теперь ватрушки напоминает пищеблок, где я работал. Любил я там на халяву поесть ватрушки, да вообще принцип поесть. А тут ватрушка со сметаной, типа на десерт, сладенькая чай.
особо чувствуется. В общем, все, друзья, прием пищи был просто топовый, просто на высоте, просто бомба.